fire on the enemy! Да, эпичное начало. А, да, кстати, привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сейчас, как вы видите, я начинаю прохождение игры Frontlines Топливо войны. Ну и давайте, собственно, на этом я и закончу свое предисловие. Сразу приступим к веселью. Но не забудьте перед этим сесть поудобнее и надеть свои любимые наушники. А если вы это уже все сделали, тогда 3, 2, 1... Полетели! Что-то происходит. И мы знали это уже очень давно. Запад знал об этом. Восток знал об этом. Мы знали об этом уже 100 лет назад. Запасы нефти подходили к концу. Мы выросли в эту эпоху после ближневосточного кризиса. После нефтяного кризиса, после всего, это время называли эпохой затянувшегося кризиса. Это началось не сразу. Сначала появились очереди на заправках. В то жаркое лето 2008 года электричество стали отключать на несколько недель подряд. В 09-м началась эпидемия птичьего гриппа. Вакцины на всех не хватило, и родители забрали меня из школы. Все надеялись на чудо. Биотопливо, солнечную энергию, безопасные атомные станции. В 2012-м началась депрессия. Сначала продовольствие закончилось в Африке, потом и у нас. Люди уже не пытались решать проблемы, все просто старались выжить. 40 лет мы наблюдали за их страданиями. Но скоро ужасные сцены, которые раньше мы видели по телевизору, стали разыгрываться на улицах наших городов. Это началось уже много лет назад, и теперь мы уже на грани. Мне было 16 лет, когда китайцы и русские решили, что лучше воевать не друг с другом, а против нас. Мы не теряли времени зря и сколотили коалицию. И вот теперь мы бьемся за контроль над последними скважинами Каспия. После школы я устроился на работу в Associated Press, а они отправили меня за границу, в Туркменистан. Здесь, в городках, выросших во время нефтяного бума, все видится гораздо яснее. Все произойдет именно здесь, в безымянных городках, которые нефтяные компании строили за пару недель. 2024 год, 21 век. Люди часто спрашивают меня, как же мы допустили это? Я отвечаю им, что мы все время знали. Приближается буря.
Это генерал. Вызываю отряд 2-1 Дельта. Рота А патрулирует район нефтезаводов. Вы смените ее в час 13. Радиосвязь накрылась из-за песчаных бурь, и со спутником тоже проблемы. После приземления найдите рабочую частоту и передайте роте А, чтобы она доложила мне об успехах. А, и будьте вежливы журналистам, который поехал с вами. Командование коалиции хочет показать тем, кто остался дома, что мы заботимся о них. Особо там не скучаете, джентльмены? Через пару недель вас сменят. Конец связи. Интересно, мне сейчас показалось, или у меня возникло дежавю, то, что сейчас у нас в мире происходит практически то же самое. Ну ладно, посмотрим, как события будут развиваться в этой игре. Значит, наша цель – смена роты Альфа на караульном дежурстве. Место – Туркменистан. Ну, тут вряд ли без происшествия все обойдется. Ну, погнали. Сборщик 1 инспектору. Лечу к нефтяной скважине коалиции номер 113. Время прибытия 3 минуты. Спасибо за информацию, пилот, но мне еще не принесли мой обед. Значит, вы заступаете на дежурство? А, так ты местный папарацци. Не тупи, Брейли. Ага, мы только что боролись с наводнением в Анкоридже. А теперь нам поручили патрулировать нефтяные месторождения на Каспии. Старший сержант Уитберн, командир группы Дельта. Эндрюс, Associated Press. Слишком поздно, братишка. Я был рожден героем. Ха, герой, служащий охранником? Интересно. Подлетаем к коптилкам. Добро пожаловать в летний лагерь, мальчики. Ты шутишь? Они сказали, что это город. Больше похоже на шахтерский городок. Помойка. Значит, это ценная помойка. В радиусе 100 миль расположена большая часть запасов нефти. Вот как Принстон. Тогда почему бы нам... Вот черт! Черт возьми, что это было? Сборщик один попал под тяжелый обстрел. Мы потеряли хвостовой ротор. Черт, сержант Райан. Подавите их огнем. Берегись, Брейли. Всем теряем его. Отсюда. Сборщик готовьтесь один падает. Ракета! Осторожно! Башня! Башня! Никак нет! Я попал! Всем, всем, всем! Сборщик один падает! Боже мой! Боже мой! Готовьтесь к падению! Сейчас рухнем! Так, но этого следовало ожидать. Так, братюня, а ты где? Так, ладно. Идите сюда, сволочи. Я вас всех вынесу. Зря ты открылся. Генерал вызывает всех уцелевших. Понятно, кто-нибудь выжил после падения? Наверное, мы попали в засаду и потеряли капитана Уитберна, но все остальные здесь. Понял вас. До всего Туркменистана к нам поступает сообщение о наступлении в Красную. Мы должны взять ситуацию под контроль. Я хочу, чтобы вы освободили это здание.
Мы обнаружили две горячие точки. Я высылаю вам их координаты. Подавите их. Если не помрем... Извиняюсь. Если не помрем, то обязательно сделаем. Так, значит, тут мы можем патронами запастись. Это хорошо. Ладно, погнали на зачистку. И я пойду лучше налево. Ребятки, идем налево. Подтверждаем контакт с особыми властями красных. Это происходит по всей стране. Это полномасштабное и внезапное наступление красных. Полный сюрприз. Главный штаб передает, что переговоров не будет. Не надейтесь, что дипломаты спасут ваши задницы. Я получил сообщение о том, что столица Павла и правительство Патрии не капитулировало. Отдыхайте, сволочи красные. Так, меняем срочно позицию. Хорошо. Так, ну пока у нас все идет четко. Продвигаемся успешно. Так, ракетчик, иди сюда. Охо-хо, ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, фак, да сдохнешь ты. Фу. Блин, прям впритык попал. Но я жив, это хорошо. А раз жив, то тогда топаем дальше. Так, ой-ой-ой-ой. Зря открылся. Да сдохнешь ты, живучая тварь. Фу, хорошо, успешно продвигаемся. Так, идем огородами. Так проще и быстрее. И эффективнее. Так, хорошо. Это наши. Все четко. Так. Лестница, лестница, лестница. Давай. О, блин, не пугай така. Так, вроде бы никого. О, кто там? Давай, 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 бегом, бегом. Ты чё ж такой медленный? Что ты нас сказал? Я из тебя дворнягу сделаю. О, пошли в наступление, блин. По всем фронтам. Так, осталась еще одна точка. Хорошо. Солдат, что ты делаешь? Вернись на поле боя или попадешь под трибунал. Да я себя под трибунал отдам. Заткнись и смотри, как мужики дело делают. Так. Как же с машиной-то разобраться? Что... Сука. Блин. Ребятки, спасайте.
Что за тупые мобы? Ладно, придется все самому делать. В принципе, как всегда. Неужели я в голову не могу попасть? Или в движок, или куда-нибудь еще. Куда там надо? А, стоп, я ж забыл, у нас же гранатомет есть. Ой-ой, что-то я тупанул конкретно. Так, где у нас гранатомета? О! Что происходит? Радар показывает, что солдаты покидают поле боя. Немедленно соберитесь и приступайте к выполнению задания. Готово. Фу ты ее, как же я мог забыть-то? Это ж надо. Забыть про гранатомет. Ну ладно. Главное, что вспомнил. Рано или поздно. Так, подъем. Так, есть кто? Блин, так... Хоть предупреждайте, что вы идете. Фу, так, хорошо. Есть. Арсенал освобожден. Отлично. Возьмите дополнительное оружие, оно вам пригодится. Хорошо, теперь вот что. У ангара находятся две сторожевые башни. Они охраняют дорогу, ведущую к заводу. Я высылаю вам их координаты. Нам нужно разблокировать дорогу, так что вам придется захватить эти башни. Как только закончите дело, загляните в ангар. Там может быть бронетехника. Ну, спасибо. Ну, раз так, то полетели. Так, братюнь, подвинься. Бросить гранату. Зачем мне бросать гранату? О, русские подъехали. Или кто это? Или китайцы? Так, тихо, живем, живем, живем. Готово. Машинки нет. Супер. Осталось только с пехотой разобраться. Так, спускаемся вниз. Ищем выход другой. А то по лестнице спускаться стрёмно. Так, тут мы были. Ребятки, вы куда поперли? Так, ну что, кто-то есть? Вроде... Ё-моё! О, ладно. Допустим, я этого не видел. Тебе нужно запустить туда аппарат. Какой аппарат? О, беспилотник. Они закрыли ворота. Нам нужно запустить в одну из башен аппарат и взорвать терминал. Уничтожить терминал с помощью беспилотника. Погнали. Так, и как им управлять? Вверх, вниз. Ага, я понял. Ага. Упс.
Да, я понял. Так, а беспилотник стрелять может? Ой-ой. Так, сам себя рванул. Упс. Так, хорошо. Давай, давай, надо успеть, надо успеть. Цель под контролем. Ворота открыты. Теперь идем к ангару. Позиция хорошо защищена. Запускай беспилотный аппарат. Ага, я понял. Так, я сяду лучше за укрытие. Все, больше нету у нас их. Точнее, надо взять, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, проще в лоб идти. Так, ладно. За щитом один чел. Вот так вот, прям в голову. Шикос. Извини, братюнь. Так, ладно. Беспилотник, иди сюда. Так, еще есть кто? Так, давай, 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 еще одного щита уничтожим. Есть. Вот теперь все четко. Да сколько же вас тут? Продвигаемся, успешно продвигаемся. Давай, 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 давай. Молодцы, ребятки. А я добиваю. За патроны спасибо. Фух, все, мы в здании. Зашибись, все хорошо.